Здоровое питание для школьников. В рамках программы модернизации общего образования курские учебные заведения получают деньги на ремонт пищеблоков и закупку нового оборудования. Начался процесс еще в прошлом году. Тогда на эти цели было выделено почти 10 миллионов рублей. В 2012-м сумма превысила 19 миллионов. Свыше 16 из них – средства федеральные и региональные. 3,5 миллиона предоставил муниципальный бюджет. Со временем планируется установить самое современное оборудование во всех школах города. Мы ожидаем, что будут устанавливаться пароконвектоматы там, где это необходимо, что уже появляются новые мясорубки, тестомесильные машины. Хотелось бы облегчить труд, во-первых, ручной, и, во-вторых, уменьшить вероятность занесения той или иной инфекции. Это установить машины посудомоечные, мы начинаем этот процесс. Комплексное питание сегодня готовы предоставить во всех курских школах. Дети из малообеспеченных семей завтракают и обедают бесплатно. В 2009 году в городском бюджете на эти цели было выделено 6 миллионов рублей. В 2012 сумма увеличилась втрое – до 18 миллионов.